Завершилось выдвижение кандидатов для участия в предстоящих 10 сентября муниципальных выборах в республике. Как сообщили в Центр избиркоме, половина подавших документы зарегистрированы. Наибольшая конкурентная борьба ожидается на выборах глав муниципальных районов и главы города Якутска. Напомним, в единый день голосования в Якутии состоятся 552 муниципальных выборов во всех районах республики, кроме Татинского и Ивено-Батантайского улусов. Так, 10 сентября будут выбраны 8 глав районов и города Якутска, 215 глав поселений, депутаты районных советов в 6 улусах. Также состоятся выборы представительных органов поселений. У нас популярными являются должности, то есть муниципальные должности, это главы районов и главы поселений. Там у нас альтернативность довольно высокая. Если на глав районов у нас претендует больше, чем 5 человек на одно место, а у нас 9 глав районов и города Якутска избирается. На руководителей поселений около 3 человек, значит, так же, как и на депутатов районных советов и улусных советов, там тоже около 3 человек. Несколько осложнений на выборах представительных органов муниципальных образований. 2 человека на место, но для этого пришлось очень серьезно поработать с активом для того, чтобы это выдвижение состоялось.